Всем привет, с вами Глент, и вы на моем канале. Сегодня мы будем играть в мобильную игру. Как-то давно мы на канале Глент не играли именно в мобильные игры, и сегодня мы нашли какую-то интересную игру, где будет много выбора, много каких-то сомнительных решений. Вы со мной 100% будете спорить в комментариях. В общем, будет очень интересно. Игра называется Mom Simulator, значит, симулятор мамы. А это значит что? Значит то, что выбор будет гораздо сложнее, потому что когда ты отвечаешь за себя, тебе как-то легче. Но когда ты отвечаешь за ребенка, пусть даже гипотетического, но своего, ну как-то все такое щепетильное. Поэтому ролик будет 100% интересный, досматривайте его до конца, ну и конечно же не забывайте про свой лайк. Поддержите мобильные игрухи на канале Глент, потому что мы уже не знаем, что снимать, Roblox, Fortnite, мобильные игры или еще какие-нибудь. Короче, мы следим за статистикой лайков и всегда сделаем то, что вам нравится. Мы заходим в игру и мы как мама должны сначала, ну, ребенка конечно же родить. Это мы по-быстренькому проскипаем, это нам не интересно, мы уже почти родили, почти-почти. Все, добро пожаловать, это наш ребенок. Он заплакал, открыл глаза, кстати, голубоглазый, вот наш батя. Он очень похож на тебя. Как мы будем его звать? Опа, ну и я как мама должен дать имя ребенку. Так, ну, пускай это будет Валера. Наш кореш Валера. Все, погнали. У нас ребенок теперь Валера. His name Валера. Он идеальный. Мама нам говорит, и все. Он просто прекрасен. Да, 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 это мой сын. Это мой мальчик. Все, ребята, я стал мамой. Назад дороги нет. Мы гуляем с ребенком по парку, получаем плюс 6 месяцев. Ребенок типа сразу повзрослел. Чуть-чуть, ему уже полгодика. Интересно, а дети в полгодика, они уже там ползают или как они? Что они умеют делать, интересно? Пока мы в любом случае только ознакомимся с геймплеем, что у нас здесь есть? У нас есть какие-то жизни, есть 200 денег и мне 25 лет. Тут еще можно переодеваться самому себе, переодевать ребенка. Окей, короче, все, начинаем, погнали. Мы плачем, наш ребенок плачет, что происходит? Мама вообще в никуда смотрит. Что? Что его Валера зовут? Что я могу дать Валере? Мы можем Валере дать соску, либо мячик, либо игрушку за одну жизнь. Не, ну игрушку мы давать не будем, сразу не будем тратить жизнь. Мы, наверное, дадим ему соску. Потому что, когда ребенок плачет, вроде бы дают соску. Ну, я как родитель знаю. А что она поломана? Или мне показалось? А, не, все, ребенок довольный, ребенок успокоился, у него плюс 5 силы сразу. Все отлично, все прекрасно. Просто продолжаем. Смотрите, IQ растет. А, нет, IQ не растет. Только сила выросла, потому что мы дали ему соску. Злость у него совсем мало. Эго у него небольшое. Короче, он, в принципе, такой прикольный покачел. Умный, сильный, добрый, позитивный, без каких-либо проблем. Поэтому пока наш сын растет хорошим человеком, это самое главное, это самое прекрасное. Теперь мы тоже должны немножечко погулять с ним и заработать еще плюс 6 месяцев. Нашему ребенку теперь год. Один год. Поздравляйте, первый день рождения. А, нет, получается, это второй день рождения. А, реально. 0 лет это первый день рождения, один год это второй день рождения. Ого. Валера, поздравляем. Расти большой. Так, короче, ребенок был, проснулся, мы его уложили спать, вроде бы все хорошо, но муж недоволен то, что мы уделяем время ребенку. Вы выбрали своего ребенка вместо жадности. Это заставило его почувствовать себя особенным, что увеличило его благодарность к вам. Это приятно, это прикольно. Малой будет нас ценить. Это прекрасно. Валера, респект. Итак, в целом малой пока растет вообще прекрасно, не агрессивный. Это самое главное. Вообще воспитываю нормального такого пацана. Валера, чуткий парень. Теперь мы идем куда-то гулять, встречаем какую-то маску. Выберите свои идеальные выходные с ребенком. На пляже провести это время или на пикнике. Мне кажется, что на пляже, потому что море, можно йодиком подышать, кайфануть. Я на пляже выберу. Вы когда-нибудь списывали на экзамене? Никогда или всегда? Никогда. Нажмем, потому что, ну, я не всегда списывал на экзамене, но иногда было. Тут вариант ответа, либо никогда, либо всегда. Но я точно не всегда это делал, поэтому нажму никогда. Какую бы суперсилу вы хотели? Быть суперсильной, именно просто поднимать там огромные глыбы камней одной рукой и так далее. Ну, окей, либо 1000 IQ. Не, мне кажется, 1000 IQ. Все-таки, чем сильнее мозг, тем ты потом вообще прошаренее лучше, поэтому 100% нужно учиться. А, стоп, что? Я прошел какой-то тест для мамочек, и чтобы узнать результат, мне нужно посмотреть рекламу, серьезно? Ладно, здесь хотя бы прикольный тематический байт на рекламу. Игруха нормальная. Какой же у нас результат теста? Ты будешь очень хладнокровным, но в то же время строгим, когда это необходимо. И что это мне дает? Ну, допустим, хорошо. Я как бы всегда буду нормально относиться ко всяким провинностям ребенка, но когда надо, я буду строгим. Окей, допустим, продолжаем. Ну что, у нас плюс еще 6 месяцев. Малому уже 1,5 года, нифига себе, он вырос, кабан. Пранк левел. Что? Пранк левел? Какая-то бабка идет, мы должны выбрать, положим сюда банан или веревку. Ну, лучше банан. Если мы веревку натянем, она точно расшибется. Лучше банан, не знаю. А, это училка. Пфф, это не бабка, это училка так упала. Ужас. Или это не училка, или все-таки бабка. Сау, это пила? Я же симулятор мамы играю. Алло. Мы можем положить сюда реактивный ранец или пилу. Ну, пила это что-то очень травмоопасное, но реактивный ранец тоже. Ну, ладно. Положим реактивный ранец. Бабка улетела. Я что-то вообще не понял этого уровня. Где мой Валера? Верните ребенка матери. Я не понял, где Валера. Ладно, хорошо. В любом случае, Валерке нашему уже 2 года. Мне 26,5 лет. Нормально, продолжаем. Валерка, походу, сделал дела. Угу. Фу.
Фу, почему так ужасно пахнет? Мне кажется, что он обкакался. И батя свалил, ну конечно. Сел за компьютер и говорит: слушай, а ты можешь поменять или нет? Выбираем подгузник и что? И поменяем просто подгузник? Ну нормально, я как мать должна это делать. Ну и папа, и все, короче, если это твой ребенок, подгузник надо менять. Но это я сейчас так легко говорю, когда он реально накакает, я не знаю, что я буду делать. У нас еще больше выросла благодарность ко мне. Ребенок, в общем, будет мне супер сильно благодарен, это прекрасно, это то, что мне нужно. Мы прошли 30% роста до похода в школу, вот там я не знаю, что будет, мне кажется, вообще полностью все поменяется. Кстати, про школу, уже совсем скоро начинается учебный год, и я предлагаю провести его вместе с нами, с каналом Глент. Здесь стабильно 2 раза в неделю будет выходить смешной развлекательный контент, и мне кажется, это то, что нужно во время школы. Пришел, уроки делаешь под нас, либо с утра можешь нас смотреть. Короче, весь учебный год будет точно не скучно. Ну а чтобы не пропускать мои ролики, обязательно подписывайся на этот канал, кнопка подписаться снизу. И не забывай про уведомления, нажимаешь на колокольчик и выбираешь все. Это очень важно, готовимся к учебному году прямо сейчас, подписывайся. Мы, кстати, нашли какие-то часы, мы постарели и теперь ребенка носим не в коляске, а вот на этом портфельчике. Я такое в жизни видел, малые всегда такие типа: воу, куда вы меня несете? Это вообще база. Так, ну что, он повзрослел еще на полгодика, что нас ждет с нашим сыном дальше? Он уже умеет ходить, к нему подошла собака, он ее гладит, то есть он не агрессивный, он ее не бьет, это прекрасно. Что? Фура едет, собака в шоке, малой в шоке, собака засейвила, собака засейвила, фух. И что? А, и все? Мам, можно мы его, пожалуйста, оставим? А, он пришел к маме и папе и попросил оставить этого песика у нас. Не, на самом деле, я думаю, что у детей должны быть домашние животные, потому что это супер прикольно. Ой-ой-ой, бате, по-моему, не нравится. Они вдвоем умоляют. Блин, прикольная анимация, прикольно придумали. Принять собаку, либо запретить это делать, но чтобы принять собаку, мы посмотрим рекламу. Но мы посмотрим ради этого рекламу, потому что собака только что нам жизнь спасла, нашему сыну. И вообще, почему я должен смотреть из-за этого рекламу? Бесит. Не, ну пока вроде малой нормально растет. Ну и я хорошая мать, согласитесь. Пока вроде не наказываю, там вообще все нормально, воспитываю, он мне благодарен. Короче, все, мы пса оставили. Мы вот так вот показываем, типа, ладно, оставляй. Ну и все, у нас веселая семья, батя просто как всегда чилит, мама танцует, ого, плюс 5% к юмору и плюс 5% к IQ. Вы установили собаку, щенок бестолковый и веселый, постоянно заставляет вашего ребенка смеяться, и забота о нем улучшила его эмоциональное IQ. Ну, все прикольно, молодец, я хороший родитель, все правильно, это кайф. Тем временем нам уже 28 лет, и что будет происходить дальше? Папка идет, и мы ее пранкуем. Ну давайте пирог ей сюда засунем, бам, просто в лицо. Но она реально себя очень плохо ведет, она какая-то тяжелая бабка, поэтому мы еще игрушечную машинку ей вот сюда вот подсунем и просто сюда ее. Ну вообще на самом деле нужно стремиться, чтобы в семье всегда все было хорошо и все на позитивчике с пониманием друг к другу относились, это самое главное. Опять батя что-то хочет там. У Валеры школьные экзамены на следующей неделе, и я могу ответить, что Валера ничего не знает, либо сказать, что нам нужно начать тренироваться с Валерой, чтобы он экзамены нормально сдал. Ну все, малой, все, чил закончился, надо учиться. Да, отправляем малого учиться вместе с собой, там будем ему помогать. Да, давай начнем, Валера. Опа, 3 плюс 2. Ну что, Валера, 5, правильно. Молодец, молодец, Валера. Крутой чел, скоро в школу пойдешь. 7 плюс 5, 12, 11. Неправильно, ты че плачешь? Давай, отвечай правильно. А, так нельзя ребенку говорить. 3 плюс 7, 10, правильно. Минус 5 IQ, за что? Так мы с ним тренировались, у него наоборот должно IQ повыситься. Неправильные ответы давали ему ложную надежду, тем самым снизив его IQ. Чего? На ошибках учится вообще-то, алло. Че за бред? Нереалистично. Валера, ну тупишь. Валера, ты тупишь. Просто минус 5% IQ. Это очень плохо. У меня, кстати, 1000 денег. О, батя в шоке. Я переживаю, потому что наш ребенок обходится нам слишком дорого. Итак, мы как мать должны сказать: о нет, как я могу помочь? Или, может быть, я пойду на работу? Не, ну подождите. Хотя не, ну блин, моя мама на работу ходила и нормально. Не, я, может, все-таки пойду на работу? Да, это прекрасная идея. Батя сразу говоришь, это прекрасная идея. Молодец, красавчик чисто. Какую работу ты хочешь? Персональный ассистент или офисный секретарь? Наверное, все-таки... Нет, ну персональный ассистент — это ты будешь жить жизнью другого человека, у тебя уже семья. Короче, ты всегда должен быть на связи, поэтому лучше в офисный секретарь, где вот конкретно с 8 до 8 и домой. Короче, батя сказал, что мне, точнее, наш муж сказал, что все нормально будет. И сразу малого плюс 5 IQ и плюс 5 благодарности. Кстати, вот, шансы на Гарвард. Вы видели, у меня 30% шанса, что мой ребенок поступит в Гарвард. А Гарвард — это очень хороший, типа, дорогой университет, и у него пока что 30% шансов. Но мы делаем все правильно, реально. Так, что мы делаем? Все, мы на работе. Давайте начнем собеседование, ну, чтобы устроиться на работу. Так, расскажите немного о себе. Ого, погнали. Тут написано: я бы не хотела рассказывать, мне нужна эта работа, либо, пожалуйста, возьмите меня, я разорюсь. Тут нет правильного ответа. Я же все-таки симулятор мамы прохожу, я не знаю, что ответить. Эньки-беньки, вот это. Ну, окей, назову вот так. Он смеется, лол, что? Какие планы у тебя на будущее? Да какие планы? Ну, какие могут быть планы? Пообедать или отдыхать на экзотическом пляже? Ну, пообедать, типа, это шутка. Посмейся. Я пошутил. Он угорает. Ну, типа, говорит, все, ты смешная, прикольно. Работать начинаешь с завтрашнего дня. Это ребенок кушает. Привет, Валерка, что такое? Ты что кашляешь? Что такое? Он не хочет это есть. Что мы будем делать? Мы либо делаем другую еду,
еду, либо даем ему шоколадку, либо force feed. Ну, force feed, оно не переводится. Давайте нажмем force feed. А, мы его заставили есть? Ого. О, плюс 5 агрессии сразу, прости, малыш, Валера, не хотел, клянусь. Валера, я не дал тебе выбора, я знаю, я понял, Валера, сразу шансы на Гарвар только что упали, плюс 5 к агрессии, да я не хотел, прости, Валерка. Блин, что я наделал? Что я наделал? Я плохая мать. Кстати, мне уже 31 год, ничего себе. Мы уже работаем за компьютером, малой у нас сидит на коленях. И опять он начинает чихать, кашлять, плакать. Валера испачкал мой ноутбук своим кашлем. Давайте здесь я даже не буду выбирать. Надо заняться, конечно, здоровьем ребенка, потому что любая мама переживает, когда ребенок болеет. Поэтому мы просто вот тратим одно сердечко и даем ему сироп. 100%. Сироп от кашля — это очень важно. Блин, ребенок уже полгода болеет. Конечно, мы его полечим наконец-то. И ну, все, и малой уже все кайфует. Чувствует мамину любовь. Плюс 5 к силы сразу, потому что мы ему показали, как справляться с болезнями, как лечить свое здоровье. Это очень важно. Блин, ну кайф, кайф. Пока я рад за малого, он молодец у нас, растет правильным, немножечко агрессии ему добавили, ну, к сожалению. Но в целом ничего страшного, силы зато очень много, это очень хорошо. Следующий левел. Опа, мы отдаем ребенка бабушке. Так, а это что за дед? Что это? Кто это вообще? У тебя никогда не было такой хорошей мамы, как я. Что? Я могу сказать, типа, ну твой сын useless, ну типа, ну твой сын типа тюбик. А можно сказать, типа, что да, ты права, мы можем либо свекровь поддержать, либо поспорить с ней. Блин, я не знаю. Ну блин, а что нам стоит? Я бы лучше не разжигал конфликт, не надо тут показывать свое место, я бы, наверное, постарался это все, типа, ну, сказать, ну да, ты права. Если я сделаю ей комплимент, сбудет только лучше. Ну, а я там что, ну, блин, какая мне разница, что думает она? Главное, чтобы у меня все было хорошо в моей семье, поэтому я скажу, да, ты права, конечно. Плюс 5 к юмору добавилось, ничего себе. Ну, и вроде и отношения в семье сохранили, хорошие, ну, относительно хорошие. Ну, и в то же время ребенок не пострадал, это самое главное, потому что если бы начали ссориться, бабка бы потом отказывалась сидеть с ребенком, короче, никаких бы выходных и так далее, поэтому все нормально. Двигаемся по течению. Ну что, малой, ты же уже ходил, по-моему, или нет? Или да, или нет? По-моему, это первые шаги, но он до этого бегал по дороге же, нет? Мы почему-то встречаем первые шаги только сейчас, но ему уже 5 или 6 лет. А, ладно, плюс 5 IQ заработали. Ну, короче, порадуемся за Валеру, он наконец-то начал ходить первые шаги, я как мама очень счастлив. О, ребенок плачет, я хочу спать, батя хочет спать. Это на самом деле, ну, очевидная проблема. Он будет плакать всю ночь, что мы будем делать? Спрашивает у меня муж. И я говорю, сделать смешное лицо, либо дать ему медведика. Ну, слушайте, у меня племянница, ей, по-моему, медведи дают, она успокаивается. Поэтому я попробую так. Надеюсь, что это никак не заруинит мне ребенка. Ну, типа, не вырастет там агрессия какая-нибудь или еще что-то. Ну, вроде он смеется, малой успокоился, даже не плачет. Валера, ты опять накакал, ё-моё, и он завеселился еще. Ну, ё-моё, ну на ночь глядя, ну я не хочу это брать. Так, поменяюсь подгузник, даже не буду смотреть на второй вариант, потому что мы мама, мы должны так делать. Все, запускаю флешмоб, ставите ролик на паузу и пишите своей маме в чат или звоните и говорите, что вы ее любите. Я сейчас так и сделаю. Мама, я сейчас снимаю ролик про симулятор мамы и хочу тебе сказать, что я тебя люблю, потому что мамой быть очень сложно. Все, ребята, флешмоб можете мой поддерживать, будет прикольно. Валера, ты когда в школу пойдешь? Уже все, уже надоел, ты плакать по ночам уже. Все, ты же уже взрослый, ну что такое? О, все, посмотрите, Валера лысый, с какой прической. У меня на кореш ходил полностью. Здесь вот лысая, здесь только челка. Это вообще жестко. Блин, ну мы же как мать, мы должны... Что происходит? Мы разговариваем по телефону, там... А, он плачет. Я очень хочу пить, дай мне что-нибудь попить. Либо мы даем теплое молоко, либо проигнорируем, либо даем ему кофе. Ну кофе ребенку, вы че? Давайте дадим ему теплое молоко. Короче, отпоили его теплым молоком, у него сразу плюс 5 силы, это отлично, это приятно, это круто. Малой уже начал уже реально бегать, скоро пойдет в школу, мне очень интересно, что будет дальше. Но малой пока что очень умный, очень сильный, очень благодарный и смешной, это то, что нам нужно, это самое лучшее. И эго у него очень маленькое, что как бы хорошо, и 35% шанса на Гарвард. Next level, давай поиграем в прятки, говорит мне Валера. Валерка, ты с чемпионом по пряткам разговариваешь, твоя мама бывший чемпион по пряткам мира вообще. Все, мы начали считать, закрыли глаза, Валерка спрятался и мне нужно найти Валеру. А, вон он. Валера, ты реально вот так вот решил спрятаться? Валера, у меня для тебя плохие новости. IQ тебе минус 5, наверное, нужно все-таки приписать. Ладно, Валерка, красавчик, голубоглазый, с красивой челочкой, все как надо, вообще молодец. Бойфренд растет. Девчонки будут бегать за ним вообще толпами. Ну что, когда в школу пойдешь, Валера, что-то он халтурит, нет? О, мы спим, пришел малой. Мама, я не хочу спать. Можно я буду спать с вами в кровати, потому что монстры под моей кроватью? Ага. Ну, чел боится в темноте спать. А, в принципе, он еще не такой взрослый.
взрослый, поэтому, наверное, мы можем ему разрешить. Наверное, это нормально или нет, я не знаю. Ну, вон, вроде спят, все хорошо, все нормально, все прекрасно. Пока что я веду себя хорошо, потому что у меня уже почти 40% на Гарвард. У моего-то сына, у моего Валеры, а? Нормально. Мы с мужем в кровати, звонит телефон, муж, бери трубку. Малышка, кто-то тебе звонит? Ого, я беру телефон, мне звонит принципал. Кто такой принципал? Кто это? А, это училка, походу, Валера подрался первую же неделю в школе. Опа, Валера, что ты наделал? Мы можем попросить извинения, либо сказать, что этого никогда не повторится снова. И я не знаю, что мне делать. Наверное, ну скажем, что все, больше этого не произойдет. С Валерой обсудим все это. Блин, как-то надо извиниться. Пришел Валера. У меня спрашивают, как мы накажем нашего ребенка. Валера либо моет посуду целую неделю, либо без телефона целую неделю. Ну слушайте, за драки нужно все решать жестко. Драться не надо, поэтому без телефона целую неделю. А у него сейчас агрессия? А нет, плюс 5 IQ, плюс 5 какой-то другой штуки. Да вроде все окей. О, мы разговариваем с какой-то другой мамочкой на детской площадке. Валера бегает со своим корешем, они расходятся. Мы берем за руку Валеру и уходим. По-моему, это был, кстати, не Валера. Вот это мы мать, вот это вот все. Вы прикиньте, я чужого ребенка забрал, а Валеру забыл. О боже мой, это не мой ребенок. Паническая атака, либо оставаться в спокойствии и спросить его адрес. Ну, давайте сохранять спокойствие, ребята. Где ты живешь? Мы спрашиваем ребенка. А где мой Валера? Тебя не интересует? Так, он назвал улицу, ну и все, типа, я так понимаю, что да, мы сейчас поменяемся детьми и все будет хорошо. Валерка, конечно, распереживался 100%, но все хорошо. Плюс 5 к силы еще, нормально. Итак, мы опять с подругой разговариваем. Подбегает Валера и говорит: посмотри на букашку, которую я поймал. Это какой-то паук. Подруга говорит на моего Валеру, типа, никогда не показывай это моему сыну, типа, как ты это делаешь. И я могу сказать либо, воу, как красиво, либо сказать, фу, выбрось это. Ну, наверное. Моя мама сказала, фу, выбрось это. И, в принципе, мне вообще пофиг было, на самом деле. Ну, именно что. Это никак на меня не повлияло, но я скажу, вау, как красиво, чтобы а-ля поддержать ребенка в его интересах. Не учи меня, смотри, твой Билли ест песок. Ха, вот так вот. Сюда! И она убежала. Блин, ну мы, конечно, с подружкой поругались. Но, в принципе, с сыном зато угораем. У нас дружба, мы вообще на респекте. Всего лишь плюс 5 к силе. Да я такой ответ выбрал. Должно все вырасти на 500. Реально, это что за бред? Ну что, малой, что мы делаем? Я хочу научиться новому спорту. Так, какому спорту ты хочешь научиться, Валера? Я не понял. Бейсбол, баскетбол. Ну давайте выберем баскетбол. По-моему, прикольно. Подкачается, вырастет. А, стоп. Я буду как мать учить его. Не, ребята, ну это, конечно, прикольно. Лучше бы вы его в секцию, конечно, отдали. Валерка шкодничает. Смотрите, что на кухне делает. А ну-ка, за ухо его. За ухо бери, мать. Опа, Валера, что делаем? Чё мы так улыбаемся? Чё посуда не мытая? Мы уже злые, да? Что у тебя за спиной, либо что ты здесь делаешь? Так, что у тебя за спиной? А ну-ка, быстро покажи. Что-то шкодничал. 100%. Конфеты? Угу. Не, ну если это просто конфеты, то как будто ничего страшного. Ну я просто скажу, ладно, типа, кушай. Все нормально, я как мать должен понимать это. Это ж конфеты, это там ничего запрещенного. Нормально, он чупа-чупс, нормально. Фух, минус 5 силы. Ё-моё! Разрешил съесть чупа-чупсы сразу минус 5 силы. Ну ладно, в любом случае у нашего Валерки шанс поступить в Гарвард 41%. Это нифига себе. Я считаю, что я справился со своей ролью мамы отлично. Если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. С вами был Глент. Всем пока. Кстати, если ты играешь в Майнкрафт, приглашаю тебя на свой сервер glentland.ru. Можно играть как с компьютера, так и с телефона. Обязательно заходи, там очень уютно. Ссылочка в описании.